Миссия МВФ посетит Украину 12 февраля. Группа экспертов Международного валютного фонда 12 февраля прибудет в Киев для проведения технических консультаций с украинскими властями. Группа экспертов Международного валютного фонда, МВФ, в понедельник, 12 февраля, прибудет в Киев для проведения технических консультаций с властями. Об этом в среду, 7 февраля, пишет Интерфакс Украина со ссылкой на пресс-релиз фонда. Отмечается, что работа миссии продлится до 16 февраля. Представители МВФ обсудят с властями технические вопросы сотрудничества. Напомним, в Кабмине ожидают, что размер четвертого транша МВФ составит 1 миллиард долларов. Деньги планируют направить в резервы Нацбанка. Новости от Корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://team.correspondent.net. По материалам сайта newsgro.com.